празднование крещения Руси, которое будет, мы чаем, уже с дня на день начнется в Москве, затем продолжится в Киеве и затем в Минске, как мы видим, имеет очень важную, очень глубокую поддержку со стороны и общества, и государства, как в России, так на Украине и в Беларуси. Свидетельством этому являются и многочисленные мероприятия, которые проходят в связи с этими датами и в России, и на Украине, и в Беларуси. Конечно же, очень важно, что государственные власти трех стран уделяют отдельное, сугубое внимание этим датам. Очень важно, что празднования совершаются как бы сообща, и эпицентром этих торжеств станут торжественные богослужения в Москве, в Киеве и в Минске. И здесь, конечно, нужно отметить, что, собственно говоря, для церкви главным является, конечно же, богослужение. И то, что на эти торжества прибывают представители всех поместных православных церквей, многие из православных церквей будут представлены своими предстоятелями. Для нас очень дорого, что торжества посетит блаженнейший патриарх Александрийский Феодор, один из предстоятелей старейших, древнейших православных церквей, Александрийской православной церкви. И также немаловажным является то, что посетят эти торжества и предстоятели наших братских славянских православных церквей, болгарской, сербской православной церкви, которой патриарх уже прибыл с мирным визитом в пределы Русской православной церкви и продолжит свой визит в рамках празднования 1025-летия. Мы ожидаем, что прибудет патриарх грузинский, и таким образом свидетельство о полноте православия в связи с празднуемыми событиями, конечно же, усугубляется этим присутствием представителей поместных православных церквей. И надо понимать, что это для нас, объективно говоря, самое, можно сказать, ну, главное, потому что когда мы говорим о торжествах, когда мы говорим о каких-то круглых датах, возникает всегда вопрос, а зачем? Да, зачем нам еще раз устраивать торжества, зачем привлекать какие-то в достаточной степени существенные организационные мощности для того, чтобы все это устраивать. Люди, мы знаем, как часто относятся к юбилеям, так сказать, с прохладцей или с иронией. Вот еще один юбилей, еще одна такая странная дата. Но надо понимать, что для церкви это в первую очередь возможность совместной молитвы и возможность еще один раз свидетельствовать о единстве православия. Далеко не каждый год, далеко не везде есть возможность предстоятелям православных церквей собраться вместе и совершить общую молитву. Тем более совершать общую молитву в трех столь значимых для всего, можно сказать, мира городах, в Москве, в Киеве и в Минске. Это исключительное событие, когда предстоятели и представители всех православных церквей мира считают для себя важным присутствовать на этих торжествах. И, конечно, для нас это имеет совершенно особое значение, потому что это совместная молитва, это совместное богослужение, собственно, и является, можно сказать, главным, что будет содержаться в этих торжествах. Зачастую спрашивают, а что, собственно говоря, какое наполнение вы даете этому празднованию? Так вот, главное наполнение – это совместная молитва предстоятелей вместе с православным верующим народом и России, и в Украине, и в Беларуси.